Ты Артур Шелби, верно? Да. Слухи о тебе ползут по каналу. О том, что в последнее время ты сильно сдал. Без дозы не можешь. Для меня это был морфин, который давали во Франции. Я пристрастился, Артур. И только в 24-м году осознал, что война закончилась. У нас тут полно дури на том складе напротив, где парни играют в футбол. И он парит в воздухе. Но я держусь, товарищ. Ты испытываешь боль каждый час, каждый день. Тебя предает твоя кровь, потому что требует разбавить ее. Пошел ты. Когда-то я был на твоем месте, Артур. Ты обращался к Богу, да? А он посмотрел на тебя сверху и покачал головой. Иисус, жена и дети тебе не помогут. Только ты, Артур Шелби. Не считай дни. Бестолку. Хотите избавить меня? Давайте. Но я тот, кем ты можешь стать. Артур, просто дай мне команду, и я все сделаю. Используй кнут, Артур. Дай команду. Черт, Артур, я дважды просить не буду. Исайя, оставь его. Нет? Ни за что. Я сказал, не трогай его.